Здравствуйте, уважаемые родители! И это наша рубрика «Развиваемся, играя». Сегодня мы с вами поговорим о развитии мелкой моторики рук. Еще Сухомлинский говорил о том, что умственное развитие детей находится на кончиках пальцев. И это совершенно верно, ведь развивая мелкую моторику рук, мы развиваем и речь, и логическое мышление. Давайте посмотрим, какие игры можно поиграть. Первая игра. Мы капусту рубим. Мы капусту рубим, рубим, рубим. Мы морковку трем, трем, трем. Мы капусту солим, солим, солим. Мы капусту жмем, жмем, жмем. Итак, первое движение. Ладошки у нас прямые, пальцы сжаты. Мы выполняем вертикальные движения. Мы капусту рубим, рубим, рубим. Одна ладошка остается напряженной, выпрямленной, а вторая зажимает морковку в кулачок. Мы морковку трем, 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 пальцы в щепотку и начинаем солить. Мы капусту солим, солим, солим. Мы капусту жмем, жмем, жмем. Кулачки сжимаем крепко, резко, пальчики выпрямляем до конца. Вторая игра называется «На двери висел замок». Предлагаем ребенку сложить пальцы в замок. На двери висел замок, кто открыть его бы смог? Потянули? Никак. Покрутили? Никак. Постучали и открыли. Итак, пальчики сложены в замок. Первое движение. На двери висел замок. Дальше удивляемся, поднимаем плечи. Кто открыть его бы смог? Потянули, растягиваем руки в разные стороны. Покрутили, вращаем запястьями. Постучали и открыли. Ладошки открываем, пальчики отдыхают. И последняя игра называется «Пальчик-грибочек». Возьмите ладошку ребенка и, начиная с мизинчика, мы с вами загибаем пальчики в центр ладони. Этот пальчик в лес пошел, этот пальчик гриб нашел, этот пальчик чистить стал. Этот пальчик жарить стал, ну а этот взял и съел, потому и потолстел. Пальчики загибаем по очереди. Если ребенок сам не может держать, мы помогаем. Ну а последний-то пальчик у нас наклоняется. Эти игры очень интересные. Но не забывайте, что играть в эти игры надо с хорошим настроением. Показывайте и удивление, и радость, и недовольство. Зачем же он съел этот грибочек? Ребята очень любят пальчиковые игры. Играйте с удовольствием. До новых встреч!